Бэби-бум в Запорожье. За прошлый год в городе родилось около 9500 малышей. И этот показатель самый высокий за последние 10 лет, отмечают в Горздраве. А уровень младенческой смертности в Запорожье на треть ниже среднего по стране. Подробности далее в сюжете. Медики отмечают, за год снизилась не только смертность, но и заболеваемость новорожденных и процент родовых травм. Все благодаря новым технологиям и качественной медпомощи будущим мамам. Немаловажно, говорят специалисты, и внутренний настрой женщины. Оттого почти 95% идут в родзал вместе с мужьями. Впрочем, ответственности с врачей и медсестер тоже никто не снимал, говорят в Горздраве. Женщина, особенно беременная женщина, она должна быть абсолютно желанной. Вы должны ее так принимать, чтобы ей еще раз захотелось с вами встретиться и рассказать вам о своих проблемах. К сожалению, были моменты, когда мы обращали внимание и заведующих женскими консультациями, и в родильных домах. Второе. Оказание медицинской помощи и наблюдения. Оно должно быть адекватно. Радуют медиков и другие цифры. За 2012 почти на треть снизился уровень смертности малышей до года. Положительные тенденции наблюдают и среди детей постарше. С удовлетворением хочу отметить снижение показателя детской смертности. И за 2012 год он составил 6,87 на 10 тысяч детского населения. В абсолютных цифрах 77 случаев против 82 случаев за 2011 год. В Горздраве отмечают, продолжат совершенствовать работу с будущими и молодыми мамами. А с открытием перинатального центра, надеются, нынешние позитивные показатели не только сохранят, но и перевыполнят.